порядка, по-моему, 12 видеотостов. Я думаю, что у всех сегодня хватит на столах спиртного, легкого шампанского, для того, чтобы понемножку выпить за каждый тост, предложенный теми, кто все эти дни работал для вас. Давайте все-таки начнем с нашей традиционной будки. Будки гласности, которую в этот раз она съездила ненадолго в Одессу. Была установлена на Дерибасовской. Гиганов, на секундочку, выньте булочку, поднимите руку, вот вы. Я вас попрошу всех его приветствовать. Алексей Гиганов, будка гласности. Мотор пошел, гасим свет. Здравствуйте, люди, давайте будем улыбаться друг другу, забудем про колбасу. И по 50. Мне осталось, я тебе говорю, мне. Ваше здоровье, хочу, чтобы все были счастливы. Ага, я тоже. Пошли, такой мороз, ну что, держи, Вася. Одесса! Одесса! Можно начинать уже, да? Одесса – это один из красивых городов. Много людей. Все народы? Все народы. Кроме того, я хотел поздравлять все народа. За что? За день Рождества? Нет, Рождества и Новым годом. Вот. Что вам сказать? Мы одесситы, мы веселимся. И как бы не было плохо, мы все равно будем улыбаться. Да, ну, вы всегда радуйтесь жизни, я вам говорю. Если вы будете радоваться жизни, то все будет класс. До свидания, мальчики пока. И девочки. Пока. Привет всем Одессе, Украине, России и всему Союзу. Ребята, Кравчук, Ельцин поделили власть. Флотом, Крым делят. Это паны дерутся, холопы. Не верьте им. Живите и не верьте ни одному коммуняке никакой власти. Ну, короче, у меня сейчас, я просто ворвался сюда. Будьте здоровы и не верьте никакой падле, которая сидит у власти. Все. Привет. Самое главное, я люблю ее. Всех благ, с Новым годом. Люди старого поколения живут по обычным привычкам старым. А молодежь, она новое поколение. И поэтому и есть противоречие. Но это и есть прогресс. И поэтому ничего страшного нету в этой перестройке. И все хорошо. Лишь бы надо уметь крутиться, да и все. Наташа, если ты меня будешь смотреть, я тебе передаю привет, поздравляю с Новым годом. Это как обычно. А хочу сказать тебе вот что. Времена нынче замечательные. Это трудные, но замечательные. Поэтому... Голубушка, я тебе желаю всего самого доброго. Крепись. Все крепятся, и ты крепись. Может, что-нибудь и выкрепим. Доченька, я люблю тебя. Мужики, у вас выпить есть? Так давайте выпьем. За счастье российского народа. Пока. До свидания. Выскажусь по трем пунктам. Первое. Желаю себе и всем студентам СНГ хорошо сдать зимнюю сессию. Во-вторых. Предлагаю Егору Гайдару, которому сейчас нечего делать, приложить все свои знания и силы для создания в Одессе экономической зоны. Зачем его сюда приглашаю? Ну и третьих расскажу анекдот. Пришла жена домой, смотрит, в туалете свет горит. Ну, она выключила свет, вдруг такой из туалета истошный крик. Она говорит, Вася, что случилось? Это ты свет выключила? Да. А я думал, у меня глаза лопнули. Новый год без тостов, он, в общем-то, никуда. И вы знаете, вот в древности, на Востоке, и у нас в Одессе существовала такая традиция. Когда парня провожали в армию, и девушка его дожидалась, отливали пушку.
Когда девушка его не дожидалась, садили дерево. Уважаемые товарищи, господа, панове, не знаю, как вас теперь уже называть. Так выпьем же за нашу бескрайнюю тайгу и за нашу царь-пушку. Все, счастливо. Спасибо. Здравствуйте. Минуточку. Я студентка Одесского политехнического. Я хочу поздравить всех своих знакомых с Новым годом. В Новом году я хочу пожелать всем самого хорошего. Ну, а нам, студентам, чтобы стипендию побольше и зачетов поменьше. Товарищи, события, происходящие в нашей стране, вынуждают меня сказать это. Мы идем не тем путем. И поэтому в следующем году я желаю вам, чтобы вы пошли другим путем. Все. Слушай, с Новым годом хочу поздравить всех одесситов. Вот коренных одесситов, нет этой всей, что приезжает, да? Вот, чтоб счастья людям желаю, добра, чтобы дети здоровы были всегда, да? Вот, все, счастливого Нового года. Все. Говорить? Можно? Привет, ребята, у нас все прекрасно. Приезжайте к нам в гости в Одессу, мы будем вас всех очень ждать и любить. Да. Вообще самая красивая женщина у нас. Пока. До свидания. Мы вообще проходили мимо. Говори. Да, так вот, думаем, зайдем, что-то скажем. Так с Новым годом мы поздравляем всех наших товарищей. Да, всех. Только чтобы нас не вырезали. Да, с Новым годом. С Новым годом. А, привет. Здорово. Недавно показывали тоже вот вашу будку. Говорят, там тип какой-то выступал крутой. Говорит, в Кишиневе крутое пиво. Какое там крутое, самое крутое пиво в Одессе, запомните. И приезжайте в Одессу на лето. Мы вас всех приглашаем. С Новым годом. Да, с Новым годом. Все. Аривидерчи. И не отменяйте, пожалуйста, первый канал Останки. И еще восьмой канал. Типа больше мультиков. Я вам не скажу, как дела нет. Катится очень виняка. Но и Молдаванка и Переси обожают Соню Борисян. Свет в зал. Вот эту вот программу сделал Алексей Гиганов. Пожалуйста, встань, Алеша. Алексей Гиганов, ваши ему аплодисменты. Возьми микрофон. Я прошу прощения, дорогие друзья. Ну вот прошу вас, возможно, подтвердить то, что я говорю. Ну вот позволь мне не поверить, что ты перед записью будки гласности не накрутил этих людей. Ну, например, вышел и сказал, вот вы одесситы, поэтому я хочу, чтобы это было смешно, вот придумайте какие-то репризы. Что, обычные люди вот так вот пришли, стали у будки, зашли и сами вот это все говорили? Ну, я, во-первых, могу тебе сказать, что уже специально, чтобы отвергнуть все твои домыслы, я могу сказать, что я уже с будкой не езжу. А второе, я тебе могу сказать... А что ж тебе все аплодировали, я не понимаю. Вот. Дело за в том, идею, что он идейный, да, автор идеи, во-первых, не один. С Иваном Кононовым. Да. Мне тебя жаль, потому что ты, наверное, так долго не видел нормальных, свободных людей. Поэтому и кажется, что всех накручивают. Семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная.
лунная. Вот там звезда одна горит так ярко и мучительно. Лучами сердце шевелит, дразня его язвительно. Чего от сердца нужно ей, не знает без того она, что к ней тоскою долгих лет вся жизнь моя прикована. Ах ты, жизнь, моя жизнь, к сердцу сердцем ты прижмись. На тебя греха не будет, а меня пусть люди судят. Можно, можно. Валентина Пономарева. Я хочу обратиться сейчас к моим соотечественникам, которые по всему миру, так же, как и по нашему, и поздравить их с Новым годом, моих родителей, моих друзей, моих родственников, цыган. Буд бахталы састи мосры малы. Валентина Пономарева, и ваши аплодисменты ей. Валентина, позвольте. Так у нас происходит, как в жизни, и в пресс-клубе, и в Новый год, и вообще постоянно вместе с какими-то радостными, светлыми моментами бывают разные. И работа у нас тоже разная, у журналистов. Мы пытались снять веселые в основном тосты, но приходится работать ведь нашим людям в разных условиях. И поэтому то, что вы сейчас увидите, на наш взгляд, это очень серьезно и достаточно страшно. Вы уж нас простите, но так случилось. Я хочу представить вам автора этого сюжета. Это Игорь Васильков. И, а где твой режиссер? Андрей Челядов. Это режиссер этого... Челядинов, простите. Андрей Челядинов, режиссер этого сюжета. На следующий год я надеюсь, что вы увидите новую программу, большое шоу, которое называется «Выбор-2000». А таким образом мы начнем подготовку к выборам нового президента. Ну а пока несколько слов, если можно. Спасибо большое. Я хочу сказать, что долгие годы нам говорили, что мы есть исторически новая общность людей, советский народ. И естественно, что весь советский народ собирает вместе какие-то большие праздники, ну вот в частности это Новый год.
И мы решили обратиться к представителям советского народа. Я не знаю, как сейчас их называть, конечно, может быть, российский народ, не знаю. Но к таким неожиданным людям, но я в то же время считаю, что все равно они тоже входят в понятие советский народ. Эти люди связаны с экономическими изменениями, которые последние 10 лет происходят в нашем обществе. Но это рэкетиры, собственно, остальное в сюжете. Гасим свет. Царской пробы высшей чистоты я вставил себе зубы золотые. Мне-то перча, кто ж невесту сватай, рот открою, ясно, что богатый. Мне-то перча, кто ж невесту сватай, рот открою, ясно, что богатый. Выходя с трамвая, меня напали все, даже выгнал Михаил. Не дождавшись ответа, меня тут схватили, тут же в двух местах сел автобус. Меня привели к автобусу. Открыли дверь. Я захлопнул дверью. Меня ударили пару раз в живот, скрутили доску, только пигни, значит, дырку сейчас сделаем. Вообще уйдем. Привели на какую-то блатхату в районе гостиницы «Южная». Ну что греха таить, не часто бывает, что вы, люди вашего рода занятий, попадаете в поле зрения журналистов, широкой общественности. Ну, у нас, наверное, собирают все какие-то праздники, вот в частности, канун Нового года. Хотелось бы услышать, как вы собираетесь отмечать этот Новый год, и вообще, бывают ли в вашей нелегкой жизни какие-то праздники? На самом деле, мы, не могу сказать, что отличаемся от массы советских, мне хочется сказать, людей. И Новый год будем встречать также, я думаю, просто, потому как на столе у нас, наверное, будет то же самое, что и у всех советских людей. Вот видите, пиво советское, потому что все мы, ребята, из народа. Да, из народа, из простых семей. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать в первую очередь с точки зрения экономической? Вы же об этом знаете лучше. На мой взгляд, пускай так все остается, наверное. Так, это в каком смысле? Вот этот хаос, это то, что сейчас происходит? Ну, в принципе, на руку, с одной стороны, понимаете, в чем дело, этот хаос, бардак, все. Как-то проще разобраться. Но какая-то ностальгия по прошлым временам, там, по брежневским, она, конечно же, присутствует. Вот. Тогда было как-то проще. Ну вот. Мне сразу дали за трещину пару раз. Обыскали, взяли деньги. Так, сейчас возьму выпить. Принесли трубку водки, налили грамм 50, так поговорили. Нам сказали, что у тебя 10 миллионов денег. Я, вы знаете, у меня таких денег вообще, наверное, в Москве в банке нет таких денег. Меня избили тоже слегка так, не сильно. Поехали домой. Пока ехали домой, меня связали и пили. Все в порядке, пил водку и садись. Ну, значит, что? Откровенность, да? Ну, вообще, хотелось бы, чтобы, так сказать, как-то такой разговор у нас был более откровенный, потому что, ну, не часто бывает, что вот как-то так мы собираемся, вот, в общем. Это как-то... дай гармонь. Не ту вот эту давай. Че, вдуем, что ли? Да. Сейчас, погоди, раскумарь. Ты что, охотник, что ли? Вы знаете, а сейчас вот идет съемка, может быть, вы объясните, что собственно? Да, ты что, не чувствуешь, что это не сигарета? Да. Сейчас травки покурим, подожди. Открой рот. Не, ну, что вы, ребята? Сейчас. Давай, девочка. Ладно, ты не бойся так, расслабься, не бойся. Не напрягайся. Побольше набери прям, чтобы прям туда ему вдуй прям, чтобы он закашлял.
Ну что, это мало просто. Что, крепче, чем сигарета, что ли? Праздник у нас каждый день. Если ты засыпаешь вечером, не скажу, что в своей кровати, но хотя бы просто удается тебе заснуть, это уже праздник. Это значит, что ты спокоен. Мы за народ. Понимаете, мы за народ. Но, в принципе, мы не за диктатуру такую. Нет, демократия должна быть. А, слышь. Ну, да, порядок есть лифта, порядок. А. Главное, конечно, уважать человека. Мы привыкли уважать людей. Вот. И в связи с этим, в новый, наступающем, в новом году, хочется выразить уважение к людям, которые честно работают. И хотелось бы даже этим людям помогать. Ну и, конечно, чтобы люди как-то не забывали нас. Потому что я считаю, что мы имеем не последнее слово вообще в политике. Пока вот так как-то вот. Есть такое для нас какое-то слово ОМОН, понимаешь, что это такое? ОМОН какой-то, правильно? Угу. Вот. Нас это пугают, все. Да. Хотя там тоже нормальные ребята, они бы не прочь с нами, так сказать, сотрудничать. А ты что не пьешь-то? Давай. Ты давай, наливай. Давай. Ты не стесняешься. Ну, конечно, да, давай. Или водки. Волнуешься, наверное, но очень скромно. Там, конечно. Давай я с тобой выпью. Давай. Ну, можно, наверное, выпить, как бы сейчас, там, пока нас снимают, выпить. Этому нельзя. Он... Я уже... У него своя дудка. Ну, давай, ладно. Ну, с Новым годом, наверное. Он свой отслужил. Да, значит, ну, вы... Слушай, а ты сам-то за народ вообще? Нет вообще? Безусловно, за кого же? Потому что если не за народ, я с тобой пить не буду. Не, ну за кого же еще-то можно пить? Ну смотри, гляди. Ну добрые ребята, ну, гляди. Ты же видишь, давай. Ну, давай. Ну давай. С Новым годом. Давай. И кусать помалу я стараюсь, кому попадя не улыбаюсь, опасаюсь даже темноты я, берегу я зубы золотые. Опасаюсь даже темноты я, берегу я зубы золотые. Да, вот это сюжетик. Свет. Мне бы хотелось, чтобы, может быть, кто-то из наших любимых постоянных можно два слова? Членов нашего пресс-клуба, наших журналистов, гостей. Да, пожалуйста. Вы знаете, я хочу сказать, что на самом деле произошло следующее, что всех нас вот несколько лет назад так взяли и бросили в этот рынок, в экономику, и каждый по-своему выживает. Вот рэкетиры, у них мускулы сильные там, и они вот деньги выбивают из людей. Но вот как заработать деньги головой? Вот этот вопрос я хочу задать нашему гостю. Сергей, дайте, пожалуйста. Это... Председатель Совета директоров Международной финансовой группы Минотеп Михаил Борисович Ходорковский. И вот в новом году все будут зарабатывать деньги. Как это сделать, ну, не прибегая к тем методам, к которым прибегают герои этого сюжета? Вы знаете, по-моему, главное в рынке — это то, чтобы каждый из нас, делая какую-то продукцию, производя какую-то продукцию, какие-то услуги, думал о том, чтобы эти услуги были нужны людям. Вот, по-моему, главное в рынке — это производить то, что нужно людям. Если вам удается угадать то, что будет нужно людям не сегодня, а чуть завтра, может быть, послезавтра, тогда вы выигрываете больше. Вот мы старались в течение этих 3 лет угадывать, что людям нужно будет завтра или послезавтра. И пока нам это удавалось. Я вас всех поздравляю с Новым годом, и я поздравляю с Новым годом тех, кто нас смотрит. И я желаю вам всего самого лучшего. Большое спасибо, и не надо больше на меня свет. Все, спасибо большое. Я хочу представить наших друзей из Санкт-Петербурга, которые делают ежемесячную ночную программу, которая называется «Мегамикс». Саша Фрунин, вам слово. Ну, наша программа вообще о кино, поэтому у нас и сюжет такой же. Но нам сказали, что надо, чтобы было весело, поэтому мы решили снять немое кино. Я обычно, те, кто видел, это знает, я всегда что-то там комментирую за кадром. А в данной ситуации мы сняли 3-минутный фильм, который мы назвали «Перекрестный отец». Он не мой. Мы сочинили музыку. Он не твой? Нет, он мой. Но он не мой. А, да. То есть в том смысле, что моего голоса за кадром нет. Я появляюсь в начале и немножко да в конце. Да это я пытаюсь шутить, Саша. Я тоже. Я тоже всеми силами стараюсь. В общем, конечно, Саша поскромничал. Это его
личная программа, и в виде перекрестного отца он имел в виду, скорее всего, себя, поскольку именно в его программах перекрещиваются самые разные американские фильмы. Спасибо. И последнее слово. Я как бы режиссер этого, я просто попытался сделать нового крестного отца, не взяв ни одного кадра у Копполы. Так, гасим свет. Здравствуйте, в эфире. Что это? Разборки сейчас кончатся. Пингвин уже на Готэм-сквер. Еду. Новичка не дурно, да? Ты хорошо показывал, товарищ Санчин. Спасибо. За что пьем? Ну-ка. Я хочу сказать, за что мы пьем. Да. Так, меня слышно, да? Значит, я хочу выпить, раз такой, так сказать, философский настрой у всех был сегодня, за то, чтобы в нашей стране в будущем году стреляли, так сказать, только в лентах, которые идут на экране, только в боевиках. Но не дай Господь всем нам, чтобы то, что мы показали вкратце, происходило в жизни. Спасибо вам. Спасибо. Кира Петровна, если можно, по нашей общей просьбе, может быть, вы споете еще что-то? Есть у нее, есть, есть, есть. Попросите только, есть у нее. Страстная, Лиля. Ну, страстная. Видишь, ты чего захотел? Страстная ему подавай. Так, ладно, хорошо. Нет, правда, страстная? Правда, правда. Я вам спою романс, который, возможно, вы не слышали. И это жаль, потому что он прелестный. Спасибо. Кукла любимая, кукла разбитая, детство, игрушка, давно позабытая. Не буди ты молчанием тягостным светлых картин моей юности радостной. Все, что когда-то манило желаниями, грело лучами тепла, упованиями жизнь все разбила своими страданиями,
и бессердечной судьбы наказаниями. Кукла любимая, кукла забытая, ты не гляди в мою душу разбитую. В ней темнота непробудно унылая. О, пожалей меня, старая, милая. Кукла любимая, кукла разбитая, детство игрушка давно позабытая. Огромное спасибо. Спасибо вам огромное. Так, пожалуйста. Итак, мы заканчиваем наш год, заканчиваем наш вечер. Может быть, не так весело, как бы хотелось, но во всяком случае по-человечески. Потому что именно так, в общем, мы и жили этот год. Мы заканчиваем за этими праздничными столами, а в это время за камерами, вот за этими портьерами, везде кругом незаметно присутствовали наши люди. И мне очень хочется, чтобы сейчас на эту сцену вышли не творцы, которые, в общем, мы достаточно получаем каких-то хороших слов, комплиментов, или просто приятно, когда тебя узнают, а тех, кого мы не привыкли видеть здесь. Я прошу выйти сюда нашего главного оператора, нашего старейшину Юрия Исакова. Пожалуйста, на сцену, Юра. Я прошу выйти сюда Валерия Гудкова, нашего замечательного оператора-постановщика. Я прошу выйти сюда Диму Шумова вместе с камерой и всех наших других операторов, которые работают сегодня. Закрепите камеры, выходите. Максима Казакова, нашего звукорежиссера, и Всеволода Движкова, который обеспечивает нам все. Я прошу выйти на эту быстрее, сцену. Быстрее, быстрее, быстрее. Галину Облеухову, директора, который все это сегодня организовал. Я прошу выйти на эту сцену Марину Муравьеву, нашего директора, который тоже занимается с самого начала самым первым пресс-клубом. Прошу сюда. Я прошу выйти на сцену наших главных специалистов Марину Мартиросову и Татьяну Пушкину. Всеволод Движков, пожалуйста. Костя Кулешов. Юра Трусевич, прошу на сцену. Это наши художники, которые оформляли сегодня этот зал. Юра Бершицкий, наш музыкальный редактор, который тоже должен быть здесь. Большое вам от нашего имени спасибо. С Новым годом! Внимание, приготовились, все хлопаем! Thank you.